мой слуга! Рататос всех спас! А, Рататос! Вот и есть история одна. Птица голова! Светильники Тюра. Символ света, который связывает вместе все миры. Зачем ему эти странные руны? Если подумать, то незачем. Босвар, Фримон, Эрик. Все в порядке? Нет. Мои товары под водой. Мои люди утонули. На их тела все еще ходят по берегу. Хельские скитальцы. Много тут таких. Я их капитан. Они умерли. По моей вине. Но эти твари оскорбляют их память. Я найду способ избавить их от мук. Таково мое решение. Буря разметала все три моих корабля по озеру. Я не знаю, чем прогневал Тора, но он покарал меня быстро и жестоко.
Последнее. Да. Можно отдать. Этих призраков. Может, он и сдержит слово, и тогда... Да знаю я, что она не вернется. Знаю. Просто... Неважно. Давай отнесем кости. Справа оборотень! Thank you.
Но почему кости Гульбейк разбросаны? Обычно для осквернения. У разбросанных костей жалкая душа. В Вальхаллу не попадешь, если твоя рука на одном берегу, а голова на другом. Спроси у призрака. Он наверняка охотно тебе расскажет. Мы собрали останки твоей женщины, призрак. Покажи обещанное колдовство. Ах, моя Гульвейк вновь цела. Встань, милая Гульвейк! Проснись, о могучая Гульвейк! Эвни укорбитьяст. Она выполнит нашу просьбу. Эльди Фагна. И даст нам... Ингаудер! Ладно, ты был прав. Тоже верно. Но нечего смотреть на меня волком. Это будет тебе урок. Ясно.
Можно остановиться здесь. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. А, дары Тюру. Их не часто встретишь. Почему? Ты же знаешь Одина, он не в восторге от Тюра. Я думал, он их все уничтожил. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Отличная вещь. Я плохого не посоветую. Носите аккуратнее. А тебе? А, что-то еще?
такого не посоветую. Кровище. Рад, что был полезен. Когда найдете точильный камень, обращайтесь к ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Как у него рука поднялась на отца? Невероятно, правда? Ну да, мы знаем лишь одно.
одну половину истории. Но все-таки, это же отец. Да, я на тебя иногда злюсь, но ведь... Да ну. Бывает, иногда, немножечко. Но я бы не ударил тебя в спину. Да, это вряд ли. Эти разбойники не желали видеть гостей. И как нам войти? Надо как-то поднять ворота. Может, водяное колесо? Я так думаю. Яблони. Yeah!
Когда ты злишься? Что? На меня. Когда? А, ну... Когда ты говоришь, что я чего-то не могу, а я могу. Человеку сложно признаться в том, что... Короче, он... я понял. Я мелкий. И где может быть этот камень? Заблудились? Нет.
там случилось? А вот и сын. Того призрака? Как ты узнал? Вот знак. Такой же был на кинжале в спине его отца. Он своего добился, но удержать не смог. Они его предали. Подлость рождает подлость. Видимо, команда не ужилась с тем, кто убил своего отца. Он думал, что готов вести, и заплатил жизнью. Похоже. Взгляни-ка, у его ног. Точили камень. Да, им они разбили ему голову. Правда? Фу. Приготовься! Лети за ним!
Наверняка он непростой. Синдри его ищет. Ну, у разбойников свои критерии. То, что не блестит, нельзя съесть или выпить, сойдет в качестве тяжелого тупого предмета. Иди сюда. Слушаюсь. Тут свиток. Это написал сын. Ух ты, так много-то? Отец, прости меня, угрызение совести, сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать, так? Ну да. Хорошо бы отнести это его отцу в хранилище.
Я вижу что-то внизу. Пойдем. Что это там внизу? Вы случайно не нашли камень? Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. «Для смазки!» — сказал он. Я не стал просить его вернуть. Ничего не приглянулось? Заработал. Thank you.
было что-то еще. Нет, нет! Богам тоже нельзя сходить с тропы, поверь мне. Мимир, ты вроде как знаешь Брока и Синдри. А, братья Хультры, кто ж их не знает. Они всем известны, то есть печально известны. Они создали Мьёльнир, великий молот Тора, самое страшное оружие асов, проклятие великанов. Они сделали молот Тора. Я думал, они против асов. Ну, сейчас-то да. Но это было давно, они зарабатывали себе репутацию. Хотя в тот раз перестарались, я так считаю. Yeah.